Сейчас. Подожди, мне куда-то идти надо было. Так, стой, куда мне надо было идти-то? А, мне найти... Мне найти Веру надо! Ща я найду Веру. Веру Михайловну, твоего препода. Думаешь, я не найду? Блин, я забыл управлять. Да куда ты бегаешь тут? Бегать-то негде. Да куда ты бежишь? Тут бежать-то некуда. Куда сюда? Туда! Нет, там тебя, видишь, тоже нет. Потому что тебя там нету, видишь. А я нашел проход. Ха, шах и мат. Ща... Так, ща, я соображу. Так, куда мне надо? Бежим сюда. А, вот Вера. Так, значит, мне сюда. А я добегу первый. А ты не знаешь, на какой кнопке бегать. Ага, шах и мат. У тебя все кнопки бегают, да? Так. Так, подожди, ты ж на комп... Ты же не на телефоне играешь. А куда? У тебя ж джойстик в руках. Ага! Подловил! То есть у тебя выплыл телефон, на котором ты играл, и только сейчас это заметил? Да. Фига себе! Раз. Я вот куда-то... Сюда. Так, это мой герой. Сейчас, подожди, я хочу понять, что она хочет. Так. Ага, она меня благодарит. Мы узнаем, какие проблемы. Она говорит, что нужно найти еще людей. И мы говорим, хорошо, мы займемся. Отлично. Отлично, будем искать людей. А где искать? Неизвестно. А мне не показано, мне написано найти улики. Какие улики, где искать? Подожди, а где улики? Я что-то не понял задание. Вот. Так где? Вот я тут, где? Ты знаешь улики? Так, насчет твоей подруги. Так, но она ничего полезного не рассказала. Но нет. Но она говорит, где-то улики найти надо. Где? Постой, а куда? Нет, это вот мы здесь. Нет, надо найти улики. Сейчас даже где-то должно быть написано. О, у меня прокачка есть. Ха, как неожиданно. Да подожди, я еще не нашел. Так, знает здоровье. Вот. И что еще прокачать не надо? Улучшенный щит наносит урон атакующим. Ну вот что вот здесь? А, угадаешь, что вот здесь? А, не знаешь. Вот, а здесь повелитель флюидов. Но ты не угадал, видишь? А? Шахмат. Так, после атаки... Да, раз... А чё ты по следам-то ходишь? Стой, мне надо понять, куда идти. Где найти улики? А, снова навестить милосердие. Найти улики. В смысле, какое милосердие? Так, а, здесь говорят зайти позже, понятно. Чем могу помочь? Ничем. Где мне улики искать? В какой? Да нет, тут даже не написано где. Тут написано просто... Так... Да, подожди, я запутался в управлении, об этом. Ну, вот, видишь, что написано? Найти улики, больше ничего не написано. Да я вижу, что это крутится. А где искать-то? Так, давай думать. Надо было читать лучше, да? Так где? Куда? Вот Тейвель этот идти или в трущобы? Ну, с Тейвелем мы только пришли. Ну, придется. Убийца с монетами. Ну, это собаки. Ну ладно, надо бегать, потому что сейчас у нее заданий нету. Ты знаешь что-нибудь? Нет, не знает. Ладно, пойдем тогда в заброшенное здание, посмотрим, может там честь. Нет, тут должно что-то быть, наверное. В трущобы. Пошли в трущобы.
Трущобы надо. Это хорошо. Так, сейчас. Погоди, погоди, я заблудился. Вот. Думаешь, тебе легко? В трущобы бегу. Так, кто это? Что за кириешки? Ладно, пошли туда. Или в Тивьер сбегаю. Ша, мы найдем, куда бежать. Не пройдет полгода. Здрасте. Тьервиль. Господи, ну и название. Так. Вот, мы отсюда можем пойти куда? В катакомбы, либо в трущобы. Ну, тогда пойдем искать. Нет, мы ищем улики. И попутно избиваем всех, кто нападает. Ха! Я могу сила джедая, видишь? А у меня сейчас сила лучше. Да. Да ладно. А у меня есть зажигательная палка. Ха. И какая у меня ковырялка. Да я всех победил. И тебя я победил. Нет, я в катакомбы иду. Значит, мемы смотришь. Вот мы тебя и спалили. Так, это какой-то тупик. А куда он идет вообще? Ты кто? Не знаю. Да я улики ищу пока. Да. А я нет. Ну, смотри внимательно. Куда? Знать бы. Тут грязно. Так это Марс, тут нет следов. Тут только они могли этот по углам написывать и все. И, а так все. Ты видишь следы? Вот нету следов. А вот кто-то уже вот что-то сделал. Не суть. Да-да-да-да. Это самое, да-да-да. Да мне бы улики хотя бы найти. Сейчас опять придется избивать. Так, здесь сидит торговец. А, привет. Так, энергетический щит. Что, только один, что ли? А где остальные? Ну и ладно. Hello again. Так, ну этот ничего сказать не может. Ладно, идем в катакомбы. Подожди, ты же в катакомбах, это я тебя преследую. За мне, моей спиной другой чувак. Ладан, видишь? Он следит за моей спиной, чтобы никого здесь не было. Так, ускоримся. Ух ты, щитом, чувак. Ну, только не говори, что ты. Ну, еще и собачка здесь. Нате. Нате под загрибку. Кошмар. Аж хоть помощник есть. На-на. Ха. Сейчас был. На, блокировали. На. На.
Вот ему телекинез. На! Ха! И вот собачку тоже. На, космическую. Непонятную. Не надо. Все. Так. Но мне приходилось раз в шесть ее ударить. Кошмар. А, у меня шесть все равно. Что-то с них всякий хлам падает. Тут бы что полезное упало. То есть, наоборот, надо три как я, что получилось как ты. Потому что если будет три как ты, то это будет еще больше. Так, и куда мне идти? Сюда. Похоже, доступ закрыт. Да ладно, прыгни, чё ты? Прыгни, тут же вот руки поднять, эх, лентяй. Не хочет. Так, ладно, в катакомбы, значит, нельзя. Значит, идем в трущобу. Опа. Лут. Вот, а я только сейчас узнал, ты не мог мне сказать, да? Импостер? Подожди, а как туда попасть? В трущобы я отсюда никак не попаду? Отстой. Придется искать вход в трущобы. Где толстый? Я вон как прыгаю. Так, где тут кто? Так, не, это я не знаю. А, это же не мексиканец. Это по у... как там? Поуртариканец. Поуртариканец, а вот, выговорил. Нет, поуртариканец, это другие люди. Да они тут везде сидят. А, еще здрасте. Так, что бы не у вас? Да сейчас нас тут прибьют, а не бей меня. А его сейчас так напинают. Если я ничего не придумаю. Так, мне надо щит накастовать. Мне просто щит нужен. А, со спины. Так некрасиво. Со спины только я нападаю. Толпой бьют, некрасиво. Так, хватит бить толпой-то. Фух. Так, сейчас того мы пристрелим. Давай, пацан, влупи ему. Ну-ка, кто кого? Меня-то за что, я смотрел просто. Сам виноват. Я хотел честный бой устроить. А не, зачем? Он тебе что-то сделал? Что он тебе сделал? Так ты же первый раз видишь. Посмотри в его наглое лицо. Видишь, ты ее первый раз это видишь. Вот. Знаешь? Так где ты? Я тебя не вижу. А чё здесь тень делает? Где оружие? Вот чё тень делает? Видишь, тень. А где оружие? Ты упер. Я так и знал. И улики все упер. Верни улики. Везет тебе, а я еще бегаю, ищу их. Там найти бы. Ладно, сейчас мы отсюда уйдем. Так. Вот сюда мы пройти не можем. Катакомбы закрыт. Значит, нам надо идти туда. Сюда.
обратно. Далеко-далеко. Ага. То есть ты у Веры? Или у Надежды? Или у Милосердия? Нет, так кто давал? Запомнил ли ты, кто тебе давал? Ага, не запомнил, да? Да, блин, как я могу найти тебя, если я не вижу даже улики? А что тут подметать? Тут хлама столько, что я даже не захочешь, не увидишь. Не забывайте в бою выбрать цель. Что? Безмятежность. Тавриэль. А. Стойкость. А кто такой стойкость? Что такое стойкость? Что такое стойкость? Я его не знаю. А кто вот это такой? Пойду посмотрю. Не успел посмотреть. Да? А, это ты? Я знал, что это ты! Не раскидывай тебя. Видишь, как ты смотришь на меня? Я вижу страх в твоих глазах. Нет, я... Точно? А то я... Точно. Ну ладно. Так, где-то тут стойкость шарится, а где? Вот он. Привет. Чё, какие проблемы? Дед. Блин, я ж только что был в Тивьере. Ладно. Вот этот гад говорит идти мне обратно в Тивьер, я уж там был. Ну ладно, сейчас попробуем пройти по-другому. А я устал искать улики. Хоть бы сказал где. Да. Вот он ты, я тебя раскрыл. Ну ладно. Это ты вот сидишь тут прячешься, типа глаза не смотришь. Не знаю, тут можешь садиться вообще? Нет, садиться нельзя. Ну ладно, логично. Вот он ты лежишь. Спишь, как обычно, я знала. А, отвлекся, он же храпит там, а. Ну ладно. Так, ну здесь делать нечего. Значит, идем в Тивьер. Хотели же бы уйти. Да ты и так мне особо помогал. Какой? А как она называется? Запомнил ли ты название или нет? А вариант А. Тивьер. Вариант Б. Трущобы. Вариант С. Северный квартал. Где бы? И какую букву? Нет, мы находимся в ответе Б. Да не знал ты. Блин, здесь закрыто. Позакрывал все двери. Так, мне направо. Мне нужно найти человека, который ушел 2 дня и не возвращался назад. Так, стоп, никуда. Мне туда. Где? Ну и ладно, я сам найду. Раненый враг передвигается, сражается медленнее, надо же. Так, Тивьер-то. А, вот он ты, вот она, Кириешка, да? Ну ладно, это похож. Ну ладно.
страшно. Да найду я тебя рано или поздно. Да найду. Я стою на одной, ух ты. Месте, да, там, где... Смотри, это на лицо похоже. Это вот рот, а это нос. Ну да, это груша. Не могу. Видишь, не дает. Ага. А я кувыркаться умею, видишь. Опа. А у меня это лучше получается. Так вот, Тивьери. Тивьериль, господи. Да где у меня загрузка? Где ты там показываешь-то? Так. В общем, женщина куда-то сюда ушла, и ее не нашли. Да? Он же сказал, что она в Тивьериль ушла. Где дневник? В смысле, где задание? Я же задание брал. Сейчас, секунду. Черт, не тот вариант. Я поиздеваться. Блин, я теперь обратно бежать. Как я не тот? Я думал, выбрал, что это задание. Еще думаю, что задания нет? А тот чувак, у меня жены нету, 2 дня. Я такой, ну и ладно, я пошел. Вообще гениальный ответ. Да вот именно. Сейчас придется опять ним жить. Да, вот мог сказать, что не взял задание, и было бы нормально. Тогда скажи, что я сейчас ему подойду. Нет, я в смысле нет, скажи ему, а то он сейчас отойдет. Ну, технически я тебя и так не вижу. Чё? Не описался. Ладно, чувак, извини, я хотел тебе задание взять, просто криво ответил. Вот ладно, я могу ее поискать. Вот, он дал фотографию. Так, все, вот теперь, вот задание, видишь, вот задание. Отправляйтесь тебе дверь. Да, я понял. А нет, я уже взял задание. А, кстати, мне же надо, по-моему, обувь сменить. Так. Да, по-моему, у меня обувь была... В смысле, у меня кожанка есть? А, это слабая. У меня вот дают просто снижение урона, я могу взять снижение, либо восстановление. А нафига мне 0,8 здоровья, это вообще ни о чем. Но зато защита. Ну зато умру. И давай, бери не это, вот это вот, бери. И я тебя уработаю еще. Договори. Тебе лишь бы меня убить. Племяшка. Ладно, возьму в следующий раз. Не понял. Это еще откуда? Лиди 3. А, нет, не помню такого. Я Марио не особо её любил. Я играл только в Соника, Марио мне не нравился. Ну вот. Опять вы, я же вас избил. А! За двух.
А, минус. Пол удар. А, мне в челюсть дал. Давай еще раз. Ну это пол. Да я тоже, видишь, вот забил, как делать нечего. Как ребенка. А он зато мои вещи носит. Ха-ха-ха, шахмат. Где? Нет, ты там никого. Ага! Нет, я убегал! А может это твой... Ты в пакете спрятался? Смотри, твой нос. Вот залез в него. Как ты в него влез, вопрос, да? Да стопал. Да вот! Вот, смотри, твой нос! Нет! Бегу. Подожди, а может я бегу? Подожди, зачем ты убегаешь, если ты хочешь меня убить, я не понял. Никогда, пока он со мной. Пока вот этот гад со мной, он прикрывает мне спину. А он так знает. Но он же вещи носит. Так, где-то здесь надо найти человека, кто знает человека, который знает человека. Блин. На тебя разряда. Один охранник, кошмар. Дайте его грабить его. Интересно, если его убью, он заново появится или нет? Надо провести эксперимент. Извини, чувак. Ну, сам выбрал жизнь. Все, я его умертвил. Теперь, видишь, не дергается. Надо будет проверить, появится он заново или нет. Так. Кто здесь знает? Где-то здесь надо найти человека, который знает... А, храбрость. Ты работаешь? Так, он наблюдательный. Он охранник. Так, я ищу женщину пропавшую. Тут проходит много женщин. 2 дня назад мне приручили идти. Ага, он ее где-то видел. Она была сильно пьяна, понятно. Да нет, ее кто-то похитил. Даже как пить дать? Ее напоили и похитили. Сейчас опять этих избивать, да господи, сколько вас бить-то? Так, где мой щит? Чидори! Ты знаешь, сложно сражаться и смотреть, кто где. Так, стой, у меня есть идея. Я заложу здесь мину. Смотри, мы ложим мину. На! И вот тебе пока лежит, на ему. На. Могут. Поэтому надо умертвить. Фига себе ты. Ну да, тебе хорошо, у тебя есть время играть, а мне только после работы. Да школа, это ж халява. Ты каждый раз что-то интересное изучаешь. На, осталась собачка один на один, давай. Найди. А, собачка. Какая-то она тормознутая. Да. Ну да, что она прыгает? Так вот мы с нее сняли ничего. Ну и ладно, не особо и хотелось. Ну где мог, там и искал. Ткань, сыворотка, что здесь есть? Ткань, и вот этого еще надо. Да нет, обшариваю. Не, он, видишь, он шевелится, он не мертвый. Они, видишь, вот все шевелятся. Они типа оглушены, их избил, победил, видишь, живой. Это же нормальная игра, видишь, что-то убивать, тут уже конкретно.
А это спит просто. Так, где-то тут. Где-то здесь. А я ищу улики. Ага! О, ты ж господи. Чего вас так много-то? Жуткий разрез. Just a quick look. The drool and the red eyes kind of turned me off. The eyes injected with blood, indeed. Oh, I also noticed that her hands were... You know this? All too well, unfortunately. Ага. В общем, ее кто-то все-таки грохнул, видишь? Похитили человека и убили. Надо понять, почему. Но ее, возможно, видишь, наркотиками еще накачали. Ага. Do I want... The powder creates a powerful inhibitor in the frontal lobes. В общем, да, какой-то порошок, который ее заставил тормозить. Как обезболивающе, понятно. У тебя какая-то странная бородка. Ну а где она? Ты ее что выбрил-то? У тебя только бакенбарды. Так, где можно их добыть? Сейчас найдем, где они их достали. У дилера, обратись, дилер моего сына, он знает больше, чем я. Ладно. Блин, я думал, с ними драться придется. Так, вот, мне теперь в песок идти обратно, да господи. Сколько бегать-то можешь? Так, новая задача — смотреть труп. Куда сюда? Блин, я не могу ударить. Я могу тебе в песок в глаза кинуть. А, вот видишь. Вот ты еще песок. Вот ты еще песок. Вот тебе. Нюхай песок! В этот песок кошки писали! Вот те, вот те, вот те. Да я заметил, что тебе пофиг, ладно. Пойдем обратно. Да мне теперь назад бежать. Какая-то... Да не. Ей рано. Тебя вообще рано такой видеть. Это не так работает. Давай, беги, беги. А? Враг? Вот, мы его убили, он очухался. Да, лежал бы себе. На. Все. Так я уже втыкал, он ожил, значит это никак не работает. То есть они будут появляться бесконечно. Независимо, убьем мы их или не убьем. А вот до сих пор жмурики валяются. Странные. Ну вот они. Вот лежат, отдыхают. Хотя я их здесь не трогал. До сих пор лежат, летей. Да сто пудов. Так, ага, налево. Но мы пока ищем дилера, который мог продать эти странные наркотики, чтобы узнать, кому он их продал, чтобы найти человека, который убил человека и убить его. Вот такая у нас цепочка. Откуда ты знаешь, что ты убил именно того? А, черт, а чего вас так много тут? Пошел вон. Да я забыл, я перед ним появился. Нати, нати. О. У него этот открытый, глаза открыты. На тебе песок. Ага, лошара. На тебе. Фига себе, он ударил. Кто там живой? Ой, мы тоже можем в глаза песок кинуть, смотри. Хава. Видишь, и все, он отслеп. Я что там искал, тебя что мне было? Опять в пакет залез, да? Да сто пудов в пакет запихнулся. В смысле не видишь? У тебя вот твой нос торчит наружу. Вот он. Видишь, вот он, вот он. Да он. Да сто пудов. Да. Ну нам, походу, надо бежать опять в этот в трущобы. Заставляет бегать по кругу. Так, куда тут?
Да, я же говорю, смотри, в трущобы. Нет. Нет, еще пока. Да не мог ты убить. Иначе мне придется убить тебе. У меня квест найти убийцу. Ну вот, значит, мне придется вас обоих умертвить. А на всякий случай надо умертвить. Булочка с яблоком. Ну, дело вкуса. Угу. Это какой? То есть съела мороженое и уходишь. Она сама кончилась. Так, где-то здесь убийца. Ты? Я ж тебя избивал. Снова ты, я ничего не продавал детям, клянусь. Надеюсь, но теперь у меня другая проблема. Я прошел тебе за информацию. Ладно, я слушаю. А ты скажи мне спокойствие. Ты продаешь такую хрень, как NDE? Иногда, но предупреждаю, товар реально дорогой. И скину... скидку не прости. Ты же не постоянный клиент. Ты ранил меня в самое сердце. Честное слово, но я прошу тебя, если скажешь, кому продал. Ага, чувак, мне же бизнес надо заниматься, и стучать я не собираюсь, особенно на богатей. Сыворотка на дороге не является. Если ты предпочитаешь, не дашь информацию, будет, не будет шансов. А, никто не знает, откуда берется товар, бла-бла-бла. Ладно, в общем, мы его запугали. Имена не найди. Не месяц, в общем. Так, ну вот, первых, ты нас... Настоящий урод, если хочешь знать. Но плачешь щедро и точно знаешь, что ему нужно. А нужно ему только одно НДИ. Он говорит мало, но если честно, это мне нравится. Одежда обычная, каштановые волосы, но чаще всего на нем еще и дурацкая шляпа. Ясно, второй? Второй, волосы темные, он типа серьезный, всегда одевается шикарно. Обычно покупает всего понемногу. С деньгами тоже никаких проблем. Говоришь, они не местные. А знаешь, откуда они? Короче, меньше знаешь, чем лучше, понятно. И пару дней назад, бла-бла-бла. Всегда можно пройти за инфу. Ну да. Нет. Все, мы пошли. Так, все, нам теперь надо найти. Ну, искать уже, походу, тогда буду в другой раз. Раз ты уже собираешься. Так, мне потом надо будет зайти вот сюда. Надо будет зайти сюда, видишь? Вот сюда. То есть пойти так, 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 и вот сюда. Ну ладно, как-то так пока.